Тоже грустная такая. Обидели? Ты что ж думала, приедешь и все к тебе в ножки будут кланяться? Я к вам на исповедь не напрашивается, святой отец. А я и не исповедую. А что, я должна выйти замуж за человека, который меня не любит? Молись Господу Богу, Он исцеляет сокрушенных сердцем, врачует скорбящих. Я сюда не для этого приехала. Да и впрочем, не знаю, зачем. Чтобы стать царицей, чтобы на детишек нарожать, наследнику. И чтобы отцовскую веру сменить. Ну ты же не басурманка какая, ты же дитя Христово. А все эти различия, это все пустое. Приходи в храм. Ну все образуется, сердце само разберется. Господь поможет тебе.